22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации, напоминает телеграм-канал Кировского района. В рамках празднования в регионе запланировано проведение тематических акций, викторин, участие во флешмобах. Мероприятие состоится и в Кировском районе. 20 августа в 18 часов ДК поселка Зубчининовка, выступление коллектива славянской песни «От сердца к сердцу». 22 августа в 16 часов в сквере Дубовый колок праздничный концерт, танцевальный флешмоб в костюмах расцветки российского флага, проведение патриотической акции «Российский триколор» с раздачей ленточек и квиз-игр. Началась регистрация на всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет. Управляй им», сообщают в телеграм-канале Советского района Самары. Со 2 по 22 ноября дети и подростки со всей России проверят цифровую грамотность, соревнуясь за звание чемпиона и ценные призы. Участники смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды. За 60 минут им предстоит выполнить задания разного уровня сложности. Регистрация и участие в чемпионате бесплатные. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки в рубрике «Важно знать» рассказывают, как избежать несчастных случаев, связанных с падением ребенка из окон, и предлагают ознакомиться с видеоматериалом «Дети и окна», где разъясняют основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей. На территории городского округа Самара введен самый высокий класс пожарной опасности – 5-й, информируют в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. В связи с этим запрещается пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных и земельных участков. Ограничивается въезд в леса транспортных средств. Нельзя разводить костры, жечь мусор на садовых и дачных участках, примыкающих к лесам. Если вы заметили возгорание, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 101 с мобильного телефона.